Приветствую вас, дамы и господа. В этом видео расскажу вам про очередной розыгрыш 1000 премтанков. Стартовало новое игровое событие «Командиры Красных Песков» с 13 марта 12 МСК по 29 апреля 24.00 МСК. 40 с чем-то дней длится это событие, за которое можно выполнить потихоньку 15 заданий. На экране вы видите все награды, которые можно получить за выполнение 15 заданий. Также вот на экране все задания, что в каждом задании нужно сделать. Можете поставить на паузу, прочитать и прикинуть, как вам такие задания, за сколько вы их будете выполнять. Ну и самое главное, на каком танке. 47 дней на все эти задания у вас есть. Также в этом мероприятии есть еще и скоростное прохождение. В этом скоростном прохождении и будет разыграно 1000 премтанков GSOR 1008. Это британская ПТ-шка с барабаном. Первые 250 человек, которые быстрее всех выполнят 15 заданий, 12 основных и 3 дополнительных, гарантированно получат этот премтанк GSOR 1008. Событие по скоростному прохождению начинается 13 марта 12 МСК и продлится до 19 марта 12.00 МСК. Время вашего прохождения стартует с того момента, когда вы принимаете первое задание. Как только вы первую задачу приняли, ваше время пошло. И дальше вы уже там решайте, выбирайте самое удобное для вас время. Вы можете начать как и 13 марта, так и 16 марта, когда вам удобно. Главное до 19 марта хотя бы их просто пройти 15 заданий, чтобы поучаствовать в розыгрыше 1000 премтанков, а точнее 750, поскольку первые 250 заберут самые быстрые. Ну либо же старайтесь пройти их максимально быстро, если хотите залететь на гарантированные 250 танков. Если у вас уже есть этот танк и вы его выиграете, то вам будет компенсация 11 тысяч золота, что тоже неплохо. У меня, допустим, этот танчик есть. Я еще не решил, буду ли я стараться попасть в первые 250, как обычно, или нет. Но если попаду, то 11 тысяч золота будут не лишними. Награды будут начислены до 22 марта. Если вы попадете в первые 250, то при входе в игру у вас будет уведомление на весь экран, вы его не пропустите. Какие еще ограничения есть на выполнение этих заданий? Выполняются на технике с 6 уровня и выше, в случайных боях, включая генеральное сражение, линия фронта и аркада. В натиске эти задания не выполняются. Обычно после таких событий у меня на канале происходит розыгрыш 2 премтанков 8 уровня. Этот случай не исключение. О своем розыгрыше я расскажу позднее. Премтанки будут разыгрываться, как обычно, на стриме. В принципе, вот такое вот событие уже стандартное. Также в описании добавлю ссылку на данное событие, если оно вас заинтересовало. Ну и в конце видео расскажу про изменения в тарифе игровой. Во-первых, я накатал уже 151 бой. Один запасной, чтобы получить Т-44-100И на свой аккаунт навсегда. Я уже рассказывал, что нужно это сделать до конца марта и в начале апреля, если у вас активирован тариф игровой, а также ската на 150 боев, вы получите этот танк бесплатно, навсегда. И было сказано, что будут какие-то там изменения в тарифе игровой. Так вот, какие же будут изменения? Уже инфа пошла. Начиная с 1 апреля будут доступны не 2, а 3 арендные машины в месяц. Также один раз в 30 суток можно будет использовать купон, дающий скидку 15%. Также можно будет зарабатывать до 1000 золота в месяц. Но что-то я почитал условия, чтобы эту 1000 получить. Там надо прям пахать в игре, как трактор. 20 золота за выполнение ежедневной задачи. В 10 боях попасть в топ-10 по опыту в своей команде. Да, задача не сложная, но 10 боев это все же время. Прям каждый день за 20 золота, ну... Если ты просто играешь и тебе накинули сверху золото, то как бы и неплохо. А если ты играешь прям ради этих 20 золота, то это как-то напряжно. Ну и также еженедельная задача заработать 30 тысяч чистого опыта за любое количество боев. Вот эта задача мне как-то нравится больше. За недельку, когда тебе там надо, поиграл, 100 золота получил. Да, 30 тысяч опыта тоже немало, но за неделю, я думаю, можно время найти. Но то, что теперь не будет в тарифе игровом Т-44-100, здесь я даже не знаю, хорошо это или плохо, поскольку, ну, этот танчик далеко не первой свежести. В свои времена он, конечно, рандом может и разрывал, но сейчас разрывают его. И нужно очень много скилла, чтобы его реализовать на хороший результат. Самое главное, какие 3 арендные тачки вам будут давать. Если это будут какие-то сильные, редкие, хорошие танки, то, конечно, хорошо, каждый месяц на них играть. А если будут какие-то там тележки давать 7-го, 6-го, непонятно какого уровня, или самые слабые танки, то
то это, конечно, я думаю, грустно. Но я надеюсь, что хотя бы один танчик им будут давать нормальный. Если хотя бы один будет нормальный, это уже, думаю, будет неплохо. Если прям все три танка грустные, ну такое. Но с другой стороны, если такие танки давать, то их же можно будет потом выкупить. Еще и со скидкой 15% в течение 10 дней в следующем месяце. То есть, если, допустим, вам в этом месяце дадут покататься на каком-то бураске, то в начале следующего месяца у вас есть 10 дней, чтобы его выкупить со скидкой. Это, конечно, тоже такое. Ну, хотя бы, чтобы выше среднего какие-то танчики давали, уже будет, наверное, неплохо. Прям, наверное, самые редкие, самые имбовые, я сомневаюсь, что туда будут запихивать. А то резко вдруг все на месяц подключат тариф игровой, чтобы потом танчик выкупить. Посмотрим, какие еще танки будут туда добавлять. На этом у меня все. С вами был Варчик. Играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока.